Добрый день, дорогие зрители! Сегодня мы рассмотрим с вами новый ICO-проект под названием Power Ledger, а также участие, баунти и инструкцию. Power Ledger — это уникальная платформа, которая отслеживает каждую единицу электроэнергии от ее точки генерации до точки потребления внутри какого-либо здания. Когда данная энергия продается, технология блокчейн объединяет транзакцию с финансовой операцией, что делает процесс более безопасным и простым. Данная платформа помогает владельцам возобновляемой энергии продавать свои активы, когда они захотят и по желаемой цене. Пресейл продажи токенов начнется 5 сентября, сейл 8 сентября. Всего, что касается баунти компании, на нее будет выделено 1 500 000 токенов. Для того, чтобы в ней участвовать, вам необходимо заполнить форму на сайте Power Ledger, ввести свой email-адрес, а также ваши данные в социальных сетях. То есть необходимо иметь хотя бы один из профилей в таких сетях, как Twitter, Facebook, Bitcoin Talk или ваш личный блог или канал. Что касается Twitter, на него выделено 15% токенов. Необходимо подписаться на страницу Power Ledger в Твиттере. Ваш аккаунт должен быть старше 4 месяцев. Необходимо ретвитить посты Power Ledger на своей странице и убедиться, что все посты содержат тег PowerR токен. Facebook 15% токенов. Необходимо подписаться на страницу Power Ledger в Facebook. Дать доступ к приложению к вашему профилю в Facebook. Также ваш профиль должен быть в публичном доступе. Что касается бонусов. Чем больше у вас друзей, тем больше бонусов вы будете получать за лайки и шары, различное количество очков. Подписи на биткоин токе 30% токенов. За каждого человека, который кликнет на ссылку вашей подписи на биткоин токе, вы получите бонусы. Все зависит от того, какой у вас ранг на биткоин токе. Чем выше, тем больше очков вы получите за клик. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте, вставить полученную от администрации сайта ссылку в вашу подпись и оформить подпись с позитивным подтекстом. Создание контента 40% токенов. Вы можете создавать статьи или посты, но обязательно включайте минимум 2 ссылки на сайт Power Ledger. Видео принимается, но только, к сожалению, на английском языке. Весь контент будет делиться на 3 категории – стандартный, хороший и замечательный. Соответственно, чем лучше, тем больше очков. Каковы правила? Статьи должны быть от 250 слов. Необходимо включать от 2 ссылок на сайт Power Ledger. Видео должны быть исключительно о платформе Power Ledger и ее работе. Когда ваш контент будет готов? Обязательно. Необходимо опубликовать в какой-либо социальной сети. Это уже по вашему желанию. Запись должна быть публичной. Также не забывайте оповестить об этом администрацию на сайте Power Ledger. На этом все. Ставьте ваши лайки, подписывайтесь на наш канал, задавайте свои вопросы в комментариях. В описании ссылки с новостями и инсайтами, а также на обучение работе на крипторынке и подпишитесь на наш блог в Голосе, первом русскоязычном социальном медиа на блокчейне, и зарабатывайте на контенте, лайках и комментариях. Удачи вам, до новых встреч!